Политика всегда была преимущественно мужской сферой и остается ею по сей день. И все же, несмотря на мужской шовинизм, который, безусловно, присутствует в нашей жизни, все же женщин в политике с каждым годом становится все больше и больше. И многие из них, как мне кажется, имеют серьезный политический вес и способны лучше мужчин отстаивать интересы своих избирателей и идеи. Потому что от природы, как мне кажется, женщины более эмоциональны. Они более тонко чувствуют и способны сопереживать. Женщины непосредственнее, они мягче. И в силу природы, опять же, они рождены для того, чтобы создавать жизнь. Мне кажется, что женщины в политике способны этой политике придать человеческое лицо. А как вы думаете, политика –